на канале Тыковка ТВ. И с вами Дневная Фурия, Беззубик и я, Грам Гильда. Всем привет. Да, ребята, сегодня что я вам хотела сказать, то сегодня мы, ребяточки, въезжаем в нашу квартиру. Да, ребят, мы купили квартиру, потому что вам, наверное, у вас на руку всех был вопрос, где мы живем. По-честному, мы нигде не живем. То есть мы живем вот здесь, в этой области, так скажем, и нам это немножко надоело. И мы решили переехать в более хорошее место, а точнее в квартиру. Это мы приняли все совместные решения. Да, я тоже согласна переехать. И еще наши любимые хозяева. Хочу сказать сам за себя и за моих дракошек, что я очень потрачу большую сумму денег. Ну, как большую? Ну, это все деньги, что я накопил, а я много накопил денег. И вот у меня они сейчас. Та-дам! Это у меня тут очень много денег. Смотрите. У меня же целый ящик. Мы с Астрид долго копили. Да, ребята, всем привет. Да, мы очень долго копили эту сумму денег и решили купить все же квартиру. Квартиру! Ура! У нас будет квартира. Ура! Я счастлива! Я тоже. Ну что ж, давайте посмотрим на нее. Давайте сейчас я... Ой, прости, Астрид, я не хотел. Да ладно. Так, ребята, сейчас включимся, когда я вам покажу наши уже, так скажем, апартаменты, и я заплачу за них. Давайте. Так, ребята, так, о, все, так, о, все видно, да, о, хорошо. Так, вот, мы пришли, так скажем, в нашу квартиру, то есть мы уже внутри нее, но вот тут женщина, которая нам продаст эту квартиру, скажите, здрасте. Здравствуйте, молодой человек, здрасте. Так, ну вы будете брать квартиру-то? Да, я уже бегу сейчас. Сейчас, так, вот мой ящик. Как вы и говорили, тут все ровно, можете пересчитать. Так, посмотрим. Угу. Так, раз, два, три, четыре, пять, ага. Так, посмотрим дальше, ага. Так, все, туда точно ровно, все. Квартира официально ваша, вы можете ее забирать. Все, как говорится, с Новосилием вас, приятного жительства. Ну да, как-то так. Хорошо, до свидания, все, давайте. Надеюсь, вам эта квартира принесет удачи, все. Спасибо, все, давайте. Я пошла, все. До свидания. До свидания. До свидания, да. Ух ты, у нас квартира, она наша собственная. Ух ты, мы даже смогли перетащить наши бисобикомпастеры. Это наши стены, шикарно. Ух ты, какая у нас крутая квартирка. Вот тут у меня... упала. Так, вроде все на месте. Смотри, еще Беззубик, а то нам придется заново еще платить. Ну, вообще-то, это уже наша квартира. Да, логично. Но мне кажется, первым делом нам стоит обзавестись мебелью, а то как-то пусто. Я это и пытался вам сказать. Ну, да, Беззубик молодец. А, кстати, ребята, я хотела сказать, что пока вы все болтали, я с Грам Гильдой, да-да... Мы уже сходили в магазин и купили мебель. Ну, блин, ну, Грам Гильда. Говори, что вы сделали? Мы купили мебель. Мебель? А какую? Ну, мы, конечно, знаем, что это не совсем она красивая. Ну, то есть, Беззубик, скорее всего, не понравится. Что там? Да, что-то мне интересно, что Беззубику не понравится. Да, мне кажется, Беззубику все нравится. Беззубик у нас все любит, да, Беззубик? Поэтому все хорошо, да, Беззубик? Да. Ну, как бы вам так сказать? Это не... Ну, давайте уже показывайте вашу мебель. Тогда и посмотрим. А, смотри, ты все портишь. Сейчас! Та-дам! Мебель! Блин!
Фури, ты серьезно? Блин. Икинка, что такое? Оно все розовое, блин. А что такое? Ну, блин, мы как бы мальчишки. А. Потерпите. Дорогая, это, конечно, извини. Икинг, прости. Это, конечно, извини, но я согласен с ним. Это как-то странно. Потерпите. Хорошо, хорошо, хорошо. Я понял, я понял. Так что ж, давайте уже раскладывать мебель и все вещички. Я согласна! Так, большой и уютный диванчик мы поставим вон туда. Да, он будет у нас... Икинг, что? Да я уже хочу сесть на него. Икинг, Икинг, мы его вот сюда подвинем. Все. Как говорится, дело мастербейца. Сейчас мы тут все так сделаем красиво. Да? Да, без МД. Все. Шикарно. Сейчас. Все. Ну что ж, теперь будет где посидеть вечером. А то уже лапы все болят. А то сидеть негде. Но у нас еще это не вся мебель. Ребята, теперь я... Ой, прости, Корнелин. Ой, точнее, единой фуле. Да ладно, давай уже показывай, что ты хочешь поставить. Я хочу поставить то, что согреет, так скажем, нас вечерами. И то, что сделает более уютным. И сделает освещение, и все такое. Ну, короче, вот эта вот шикарная штучка. Это было не очень странно. Ну, странно было, ну ладно. Вот. Это светильник. Я его специально купила, чтобы нам было уютно, так, знаете, вечерками. Грымгильда, серьезно, светильник? Ну а что, мне кажется, это довольно-таки хорошая идея. Потому что я люблю все такое миленькое. Хорошо, давай тогда соберем. Это все сейчас возьму. Вот сейчас. Не могу. Все, готово. Теперь беру это лапочками, взик, и на самый верх, ну вообще, ну, да, о, все, готово, наш светильник. Ой, все, так, я сделала светильник, давай теперь ставь его. Да, хорошо, давай, сейчас я его сверху, взик, а, нет, сверху лучше не надо, тогда я сейчас аккуратно его передвину. А в какую сторону лучше, в ту или в ту? Мне кажется, девочки, лучше в эту сторону. Хорошо, давай. Все. А уже уютно. Икинг, тебе там уютно? Мне шикарно очень. А ну-ка, слезай, мы тут тоже будем сидеть. Ты как-то не подумал, какую-то слишком маленькую квартирку купил. Ну что было? Так, теперь давайте я. Так, я хочу вот этот очень милый, уютный креслице. Оно будет вот тут находиться. Вот так вот аккуратно, вот тут. Или вот тут. Вот так лучше. Да. Вот так. Чтобы можно было посидеть. Ну, тогда второе креслице я сейчас принесу. Ой, я его задела. И... Так. Крангильда, прости. Я сейчас его подвину. Вот, очень уютно. Вот. Вот так вот. Шикарно. Сюда не хватает столика, но столик мы не купили, так как столика не было. Да, но я уверена, что мы купим столик. Ой. О, это все прям мое место. А я тогда буду здесь вот так вот сидеть. Так мне не очень идет, но это будет наше место, по крайней мере. Это место мое. И как это мое место. Да понял я это. Ой, упал. Больно. Но не очень. А теперь я хочу поставить вот этот шикарный, вот эту штучку, точнее, это как зеркало, как я поняла. Но зеркало у нас будет стоять вон там. Отодвинься. Так. Ой. Вот здесь будет аккуратненько стоять. Мне кажется, это прям самое подходящее место. Ух ты! Прикольно! Ну
что, мне нравится. Довольно-таки удобно. Давайте я посмотрю вашу девчачью мебель. Прикольно. О, что у вас там, Астрид, что ты там делаешь? Зеркальце, прикольно, прикольно. Ладно, я пошел. А теперь работа для Викинга. Я буду ставить вот этот шикарный комод. Ну, или не комод. Но все равно он будет стоять вот тут вот. Рядом с вот этим зеркалом. Так, все, шикарно. Ну что ж, думаю, здесь вы, девочки, можете всякую свою ерунду, там, всякую... Ну, такие как... Помадки, та-та-та-та-та. Ну, все такое, украшения там всякие, ожерелья. Я знаю, что я могу положить на вот этот столик. Или, точнее, вот сюда. Сейчас я покажу. Минуточку. Мой топорик. Давай-ка сюда его, сейчас, сейчас. Вот оно, идеальное место для моего топорика. Ну, да, странно, конечно, но мне уже очень нравится эта квартирка, она вместительная. Так, стой, отойди. А я хочу сказать, что это место полностью мое. Это я забираю себе и больше никому. Так, здесь я размещу своих любимых, прелюбимых кукол Барби. Ну, там Барби и ее подружка, как я поняла. Так, ну, все равно сейчас вот она. Первая. Сейчас вторую. Надо ее только на подставочку ее поставить. Вот мы и вторая. У меня тут, наверное, будет еще несколько. Вот это все место только для моих кукол. Только для моих. Хорошо. А вот эта вот штучка футбольненькая, она будет тут, тут между ними стоять. Ой, уже прям вот что-то вырисовывается. Мне уже нравится это место. Так, ладно, полетели, посмотрим, как все получилось. Ну вот, что-то уже получается. Вот такая у нас квартирка. Да, я вижу, и Кингу и Астрид очень хорошо. Да нам удобно, не волнуйтесь. О, я вижу. Я тоже. И я. Ребята, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик и смотрите другие наши видео. Всем пока! 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 Жми на пол.